Обеспечение образования и мониторинг его качества, международный подход и опыт Узбекистана. Эта тема стала лейтмотивом семинара, организованного Государственной инспекцией по надзору за качеством образования совместно с ЮНИСЕФ в столице. В ходе него эксперты обсудили новые механизмы повышения качества образования с акцентом на потребности развития подрастающего поколения. Для педагогов и других специалистов это хорошая возможность изучить мировой опыт в сфере. С участием международного эксперта ЮНИСЕФ были пересмотрены национальные механизмы оценки качества образовательных учреждений. Участники семинара обсудили проекты новых механизмов. Они сошлись во мнении, что нужны конкретные стандарты качества работы школ и вузов. А новые методы оценки должны быть сфокусированы на учебных процессах, мотивировать учителей и администрацию на постоянное развитие. Все это отмечалось, повысит качество и эффективность образования. Подчеркивалось, в основе стратегии государственной инспекции переход от контроля качества к его обеспечению, повышение ответственности каждого образовательного учреждения за действенность своей работы. Представители ЮНИСЕФ отметили, что обеспечение качества образования в Узбекистане должно опираться на системный подход и учитывать потребности каждого ребенка. В Узбекистане высокие показатели охвата общим образованием. Это 100% детей школьного возраста. Право на получение бесплатного общего образование закреплено в Конституции. Вместе с тем еще есть к чему стремиться в обеспечении качества образования. Однако то, что в последние годы Узбекистан решил участвовать в процессе проведения международных исследований качества образования, является важным шагом к позитивным переменам. Международный опыт показывает, что для учебных заведений наряду с внешней оценкой экспертов важна возможность проведения самооценки, а полученные результаты должны быть более доступными. В ходе семинара представители министерств и ведомств, научных кругов, ООН и других международных организаций высказали мнения и предложения. По итогам приняты соответствующие решения.